and say, oh, let me know if you're good to go and say, ow, ow. Let me know if you're good to go and say, oh, yeah. On the keyboards, Vince Mazer, Michael Shannon, our beautiful dancers from England, Kenny and Lauren. Так, концерт прошел на ура, энергия, натанцевались, напрыгались, ребят, жгли, вот, и было круто. Концерт очень классный. HP Baxter, он очень-очень хорошо себя проявил. Очень жалко, что так рано все закончилось. Мы очень хотели старых хитов, их было много, но хотелось еще больше. На бис просто, когда мы все кричали, когда мы все хотели, чтобы они исполнили что-нибудь из своих старых хитов, ради чего вся эта публика сюда пришла. И действительно, Скутер напомнил нам годы нашей молодости, напомнил все эти треки, которые мы слушаем в нашей молодости. И он все так же молод, свеж и бодр, как раньше. Большое спасибо Скутеру. Ждем HP Бакстера еще раз. Хочу сказать пару более литературных слов. Я сам диджей, и как бы поехать на концерт такого плана для меня был на самом деле хорошим вызовом. Я ценю электронную музыку, ценю, как говорится, ее истоки. В 90-х годах реально рулил Скутер. Мне нравится его песня, HP Baxter рулит. Это он правда. Выкладывается на 100%. Я получил невероятный драйв, это было супер. Он это было немец, потрясающе. Поэтому мы его любим. Мы его любим, да. Это супер исполнитель. Пару слов о концерте. Было очень здорово, очень весело, драйв, как всегда. В принципе, я уже не первый раз на Скутере, мне очень понравилось. Все прям, публика вся была на ушах стояла, все радостные, довольные, мне очень понравилось. Концерт прошел отлично. В принципе, все довольны. Как говорится, кто был на концерте, всем счастья, здоровья. Мы всех любим их и всех ждем снова на концерте. Концерт впечатлил. Конечно, лучше, чем в прошлом году. Больше эмоций было, больше позитива. Все, хватит.